Активисты молодежного обновления провели грандиозную уборку знаменитого пляжа Молдаванка. Это территория между Суклеей и Тирасполем. Отдыхать здесь любят, но не все забирают после себя мусор. Молдаванка сейчас – это 300 метров отборного песка. В самой широкой части берег достигает почти сотню шагов. Вот сейчас разрекламирую вам это чудесное место, и вы все придете сюда. Но не забудьте сделать одно – убрать после себя. Посмотрите, как фантастически красиво. Такого пляжа в Приднестровье нет, и нужно действительно поискать такое шикарное место с таким количеством пространства и песка. Ребята молодежного обновления увидели репортаж по телевидению о том, что здесь достаточно много отдыхающих и что место нуждается в небольшом уходе. И мы решили прибрать это место. Сезон все-таки заканчивается и хочется оставить его в чистоте и порядке. Этим летом пляж был полностью под водой. Затем здесь было полно комаров. Ну а сейчас на берег постепенно возвращаются люди. Кстати, вот когда мы снимали на прошлой неделе, мусора было гораздо меньше. И за неделю здесь набрались горы, причем они рассосредоточились по местности. Находки стандартные. Пакеты, бутылки, попадались даже стеклянные фужеры и алюминиевые ложки. Он очень тяжелый, забит какими-то бутылками стеклянными, поэтому не могу поднять. Мусора столько, что пришлось взять с собой плотные перчатки и побольше мешков, а еще подогнать минивэн. Бывает и больше, конечно же. Сейчас, мне кажется, Молдаванку пляж мало людей посещает, поэтому мусор уже припорошило листьями. Ну, в основном бутылки, конечно, но часто полные маленькие пакетики. Вообще, как бы, мы все берега Днестра ежегодно 5-6 раз убираем. То есть для нас это не новшество. Борис и Влада среди активистов самые молодые, убирают с музыкой. Сегодня открыли для себя Молдаванку и удивились, что в таком красивом месте у кого-то поднимается рука бросать мусор. Я думаю, оставляют компании, которые обычно отдыхают на берегу. Есть для них пожелания? Ну, пожелания такие, чтобы всегда носили с собой мусорный пакет и после себя всегда тушили костры, их засыпали песком и убирали мусор. Красивый берег мало похож на наши местные пейзажи. Активисты надеются, что после этой уборки чисто здесь будет минимум до весны. Смотрите, плещется! Тут просто шикарное место для классных снимков. Ну, не могу поверить, что в сентябре здесь можно зайти в воду. Мусора по итогу набралось около 10 контейнерных мешков, и это порядочно. Ребята говорят, убирать им несложно, но считают, что все должны беречь такое чудесное место. Катерина Воронченко, Игорь Нежиренко, ТСВ.